Всех снова рад видеть на нашем канале OptoNet. Сегодня у нас на обзоре вот такие колоночки, 4 штуки. Есть побольше, есть что-то среднее и вот такая вот маленькая. Сейчас мы их все распакуем, я расскажу характеристики каждой колонки, покажу, как они подключаются к устройству, что они вообще собой представляют. Ссылочки в описании на Viber, на Telegram, для того, чтобы можно было заказать товары по классным оптовым ценам. Кому интересно, переходите, смотрите, заказывайте. Желаю приятного просмотра, погнали! Первая колоночка RX8188, идет она в вот такой огромной коробке, сейчас мы ее распакуем, указано, что мощность 1200 ватт, но сейчас я покажу вам ее поближе. Сама колонка выглядит вот таким вот образом, комплектация, собственно, следующая. Смотрите, во-первых, в комплекте кабель microUSB на USB, для того, чтобы можно было ее зарядить, потому что она портативная и имеет аккумулятор. Также к этой колонке вы получаете микрофон, ребят, микрофон, но он проводной, работает отлично, значит, и кабель микрофона. Одна часть вставляется сюда, вот это вставляется в саму колонку. И еще вы получаете пульт дистанционного управления, с помощью которого полностью сможете управлять данной колонкой. Что касается самой колонки, на передней части у нас находится динамик под такой сеткой, а на верхней части у нас находятся все кнопочки, тумблеры управления. Во-первых, это, естественно, выход под микрофон тот самый, то есть микрофон проводной, вставляется один конец кабеля сюда, и он будет работать. AUX-выход для того, чтобы подключить ее к любому устройству через AUX, регулировка высоких-низких частот, регулировка громкости микрофона. То есть вы можете с колонки регулировать громкость микрофона. Вот здесь находится экранчик, на котором отображается информация, то есть что сейчас происходит, громкость, там радио и так далее. Выход под microSD и USB флешки, потому что здесь не только Bluetooth, но и флешку поставить можно. Кнопки управления, то есть стандартные, переключить трек вперед-назад, поставить его на паузу. Управление подсветкой, в этой колонке есть подсветка. MicroUSB для зарядки и вот этот тумблер, он включение. Отключение, он же регулировка громкости. То есть вы клацнули, она включилась, и смотрите, подсветка вот таким вот образом прикольно работает. Вот здесь подсвечивается, и сам динамик тоже прикольно подсвечивается. Регулировать подсветку можно вот этой кнопочкой, она мод, и она же регулировка подсветки. То есть если мы зажимаем и держим подсветку, смотрите, видите, начал синий цвет идти, периодически он меняется. Если нажать еще раз и держать, вот эта подсветка выключается, работает только подсветка динамика. Если нажать еще раз и держать, то она включается вот таким вот образом. На задней части, ребят, во-первых, у нас вот здесь сверху находится ручка для того, чтобы можно было ее переносить. Но, кроме того, вот здесь находится специальная ручка, которая фиксируется. И вы можете ее достать вот таким вот образом. А на нижней части находятся колесики, и вы сможете его перевозить, то есть ее колонку, как туристический чемодан. Это удобно, потому что не нужно будет ее поднимать. Ну, соответственно, перевезли, поставили фиксатор, все, отлично будет стоять на одном месте. Также, ребят, на задней части есть специальное крепление для микрофона. Это удобно, потому что вы не потеряете микрофон. И берем просто микрофон, вставляем вот сюда, и вот таким вот образом он будет здесь постоянно находиться. Когда нужно куда-то переехать, то есть он будет всегда рядом с вашей колонкой. А что касается характеристик данной колонки. Указана мощность 1200 Вт, заявлена производителем версия Bluetooth 5.0. Ребят, в ней стоит аккумулятор, который имеет 1800 мАч. Вес данной колонки составляет 3 килограмма и 400 граммов. И давайте продемонстрирую, как работает микрофон. Все делается максимально просто. Берем микрофон, берем кабель, который идет в комплекте. Вставляем одну часть кабеля в сам микрофон, а вторую часть, как я показывал, вот сюда. Включаем микрофон, вот здесь есть на микрофоне тумблер, то есть включить или выключить. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. И уже он работает. То есть, и, конечно, вы можете добавлять, убавлять громкость самого микрофона. А здесь отображается вся информация. То есть, сейчас это Bluetooth. Если мы добавляем громкости, соответственно, показывается, на сколько процентов у нас громкость в данной колоночке. Что касается подключения по Bluetooth, работает она со всеми устройствами iOS и Android без проблем. В общем, любое устройство по Bluetooth можно подключить. Для того, чтобы это сделать, просто включаем колонку. И дальше на вашем устройстве заходим в Bluetooth. Вот смотрите, в моем случае это планшет, я включил колонку, соответственно, сейчас включил Bluetooth на планшете. И вот смотрите, BT Audio, нажимаем подключиться. Connected. И все, после этой фразы она уже готова работать.
И как она подключилась, вот зашли мы в ТикТок. Кстати, у нас есть ТикТок. Включаем видео. Звук уже идет с самой колонки. Вот, поэтому как бы все максимально просто. А для того, чтобы ее отключить, нужно всего лишь либо выключить саму колонку, либо просто-напросто отключить Bluetooth на том устройстве, с которого вы подключались. Что касается звучания, она реально звучит очень громко, и здесь, в принципе, присутствуют и низкие, и высокие частоты, звук чистый, ну, в общем, сказать больше нечего. Нормальный, хороший, качественный звук. Следующая колонка у нас RX8135W. Она тоже на 1200 Вт, это тоже похожая колонка. Сейчас мы ее распакуем, я более подробно о ней вам расскажу. Данная колонка выглядит вот таким вот образом. Здесь уже в этой колонке сочетание двух цветов, это черный и оранжевая ручка. Кстати, смотрится красиво. По комплектации абсолютно одинаково. Кабель для зарядки, микрофон проводной, который тоже также подключается. Ну и, естественно, пульт управления. Что касается самой колонки, здесь тоже есть подсветка. Но подсветка самого динамика. Смотрите, вот таким вот образом работает подсветка. Как бы здесь нету линии, как была там дополнительная, кроме динамика. Но вот здесь подсветка работает красивее. Вот, ну, лично это мое мнение. Она какая приятная, тускленько, плавненько, переливается. Ну, красиво. Мне нравится больше. На верхней части, ребят, у нас находятся кнопки, тумблеры, все, что есть, выходы. Значит, все то же самое. Громкость, включение-отключение, микро-USB, кнопки управления, microSD и USB для флешек, регулировка громкости микрофона, регулировка частот, AUX и выход под тот самый микрофон. Ну и, конечно же, экранчик, на котором отображается информация. На задней части у нас тоже есть подставка специальная для микрофона. Вот таким вот образом туда его поставили, и все. В этой колонке нету колесиков, и, соответственно, здесь только одна ручка оранжевого цвета. То есть нету дополнительного, которая вытягивается, как в предыдущей колонке. Поэтому эту колонку просто-напросто нужно будет переносить. И берем микрофон. Вставляем кабель, один конец в сам микрофон, а второй конец просто-напросто вставляем в нашу колонку, и он сразу уже будет работать. Смотрите, вставляем, все. Добавляем громкости микрофона, раз, два, три, колоночки, раз, два, три, раз, 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 два, три, раз, два, три, раз, раз. Раз, два, три. Но, как показалось мне, микрофон здесь работает немножко тише. То есть, в той колонке... То есть, естественно, мы добавили громкость на максимум, громкости там на максимум. Но вот сам звук микрофона работает немножко тише в этой колонке, чем в предыдущей. Что касается подключения к устройству, абсолютно аналогичная ситуация. Включаем колонку, берем устройство, с которого подключаемся, включаем здесь Bluetooth и ждем, пока появится именно эта колоночка. Смотрите, колонка BT Audio тоже, но это уже вот это. Подключаемся. Все, фраза произнеслась. Заходим в TikTok. Кстати, подписывайтесь. Включаем ролик. Все работает через саму колонку. Ребят, что касается звучания, здесь звук, в принципе, не отличается от предыдущей колонки. Но звук самого микрофона, когда вы разговариваете в микрофон, здесь тише, чем в предыдущей колонке. Поэтому, если вам именно нужен громкий звук микрофона, то советую предыдущую колонку. Здесь аккумулятор на 1800 мАч. Вес данной колонки составляет 2 кг 500 граммов. Соответственно, эта колонка немножко легче, чем предыдущая колоночка. Производитель заявляет, что в ней 1200 ватт. Следующая колоночка поменьше, это RX6168, но производитель заявляет все так же 1200 Вт. Я ее послушаю и, конечно, вам скажу свое мнение. Открываем коробку. Если в первых двух колонках отличия были минимальные, то есть такие, как разница в звуке микрофона, то здесь уже очень много чем она отличается от предыдущих. Во-первых, конечно, размером она поменьше. Что касается комплектации, сразу, смотрите, то же самое. То есть ничего не поменялось, микрофон, проводной кабель зарядки и пульт управления колонкой. Здесь тоже есть подсветка. Вот подсветка в ней очень крутая. То есть сам динамик находится посередине, но вот здесь везде все это дело подсвечивается, и это выглядит очень-очень красиво. Опять-таки, лично мое мнение. Во-первых, тумблер включения-отключения, он же тумблер громкости. Регулировки громкости микрофона, регулировки частот, вот этого всего здесь нету. Только одна регулировочка громкости.
Выход microSD для зарядки, AUX остался, выходы под флешки тоже есть, то есть это microSD и USB. Можно как по Bluetooth подключиться, так просто-напросто флешку поставить. Ну и, конечно, выход под микрофон есть, кнопки управления все такие же, как в предыдущих колонках. Ну а вот эта кнопочка мод отключения от устройства или же регулировка подсветки. Давайте посмотрим, как подсветку можно регулировать. Зажимаем эту кнопочку. Она вот таким вот образом плавненько переливается. Это тоже красиво смотрится. Но только один цвет. Зажимаем кнопочку. Вот таким вот сверху вниз все цвета подряд. Зажимаем еще раз. Это все дело ускоряется. Зажимаем еще раз. Сверху, снизу вверх всеми цветами. И просто выключить подсветку. Также можно включить, чтобы она вот таким вот образом переливала. На задней части у нас остался выход под микрофон. Это удобно, действительно. Если бы его не было, в принципе, можно потерять. И один конец кабеля в сам микрофон, второй конец кабеля в колонку. Вот сюда. Вы не перепутаете, потому что здесь один только выход. Добавляем громкости, включаем микрофон. Для того, чтобы подключиться к какому-то устройству, включаем нашу колонку и просто-напросто включаем. Кстати, ребят, эта колонка звучит реально громче. Она даже когда включается, звук такой прям громкий. Вот, уже BT Audio, нажимаем подключиться. Все работает. Заходим в ютубчик, включу вам ролик в ютубе наш. Вот, смотрите, ролик в ютубе. Добавляем громкость. Звук идет через колонку. Видите, подсветка реагирует на громкость. Могу добавить, убавить звук. Могу с самой колонки добавить или убавить. То есть управление на всех колонках идет как с устройства, с которого подключались, так и с самой колонки. Соответственно, это удобно. Не всегда нужно, там, если вы возле колонки, можно сразу регулировать громкость или переключать трек. Производитель заявляет здесь 1200 ватт, несмотря на ее размеры, но она звучит громко. Что касается батареечки, здесь она на 2400 мАч. Ребят, то есть в этой колонке самая огромная батарейка. Что касается веса, здесь вес 2 килограмма. Ну, ребят, четвертая, самая последняя колоночка в нашем сегодняшнем обзоре, это AM303. Она маленькая, меньше всех, соответственно, я думаю, громкость здесь будет меньше всех, но сейчас я вам подробно о ней расскажу. Открываем коробку. Что касается комплектации, в комплекте идет сама колоночка маленького размера и кабель microSD на USB для зарядки, то есть микрофона в ней нету. Но это больше такая портативная колонка, которую, в принципе, можно даже в рюкзак кинуть куда-то там, в какой-то зал, где-то на природу выйти, ну, то есть в руках можно переносить. На верхней части у нас находится регулировка подсветки, кнопка мод, переключение треков и поставить его на паузу, кнопка EQ. На передней части у нас разместился динамик, на задней части у нас все выходы и тумблер включения. Во-первых, тумблер включения. Также остался выход AUX для подключения, например, к ноутбуку, microSD USB для флешек, microUSB для зарядки и выход для микрофона. Соответственно, в комплекте микрофона нету, но если вам нужен, то можно, в принципе, докупить отдельно проводной микрофон и, соответственно, использовать эту колонку с микрофоном. То есть, например, для того, чтобы громко говорить где-то в зале или просто подпевать на природе. Чтобы включить эту колонку, вот здесь есть тумблер, включаем, соответственно, колоночку. Вот таким вот образом она подсвечивается. То есть подсветка работает на самом динамике, тоже красиво смотрится, маленькая, но с подсветкой. Нажимаем подсветку, она может переливаться всеми цветами подряд. Нажимаем еще раз, она может вот таким вот образом переливаться. Еще раз работает вот таким вот образом, еще раз вот таким, то есть вот сколько режимов подсветочки. Что касается подключений, то же самое, работает со всеми устройствами, то есть все вот эти колонки по подключению ничем не отличаются, абсолютно одинаково, абсолютно быстро и четко подключаются. То есть включаем колонку, берем планшет AM303, нажимаем пара секунд, все, звуковой сигнал готово, ютубчик, включаем ролик. Добавляем громкость. Все идет через колонку. Можем добавить еще здесь.
Управление также из колонки, из устройства, которого вы подключаетесь. Несмотря на маленькие размеры, у нее присутствуют хорошие низкие частоты. То есть она такой звук производит басистый. Здесь, значит, аккумулятор на 1800 мАч. Исходя из того, что здесь мощность поменьше, соответственно, аккумулятор у нас 1800, и она проработает дольше всех. Ну, соответственно, и звук, конечно, у нее тише, чем у предыдущих. Что касается веса данной колонки, она весит 840 грамм. Ребят, теперь хочу подвести итог лично от себя. Я послушал каждую из этих колонок, подключил каждый микрофон, но, соответственно, к этой микрофона не было. И сейчас скажу свой вывод. Смотрите, я сразу отставил вот здесь колонки, которые мне понравились по подсветке. Кстати, вот эта колонка тоже идет сюда, потому что, ну, подсветка этих колонок мне нравится больше всего. Подсветка именно вот этой лично мне не очень понравилась. Она прикольная, но если сравнивать, то, конечно, здесь она выглядит намного красивее. Плюс можно любой режимчик выбрать. Вот такой, например, прикольный. Что касается громкости. Ребята, вот эти колоночки звучат примерно одинаково. То есть частоты что-то такое среднее, и низкие, и высокие присутствуют. Но если брать вот эту колонку, то по громкости самого микрофона она звучит тише, чем вот эта. Соответственно, если вам нужен очень громкий звук с микрофона, то, естественно, выбирать советую вот эту. Что касается самой громкости, то есть воспроизведения музыки, там все это дело одинаково. Что касается вот этой колонки, ребята, эта колонка, она даже громче, чем вот эти, но здесь более высокие частоты. Она громко звучит, но здесь нету прям такого жесткого баса. Здесь все-таки низкие частоты присутствуют. Что касается вот этой колоночки, это просто колонка, которую куда-то можно взять, к ней претензий нет. У нее маленький размер, она, в принципе, прикольно подсвечивается, регулировка подсветки, но микрофона в комплекте нету. Выход есть, в комплекте нету. Поэтому нужно понимать, если хотите купить, то нужно отдельно микрофон к ней докупать. Но еще, что касается этой колонки, здесь регулировки громкости микрофона, регулировки там добавления частот, этого всего нету. То есть вот это можно подстроить, здесь и громкость микрофона сразу отдельная. То есть вы здесь можете регулировать громкость всю. То есть работает микрофон, работает песня, вы добавляете или убавляете громкость и все. Здесь все это дело регулируется отдельно. Выбор за вами, пишите в комментариях, какая из колонок понравилась вам больше всего. Вот мне, например, все-таки по подсветке, наверное, вот это самая такая прикольная колоночка. А по звуку, наверное, вот это. Подписывайтесь на канал, до новых встреч на YouTube. Всем пока.